Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав, со мной Макс Севил и Каириус, мы продолжаем развиваться в Фактории. Ой, уже четвертая серия подряд, всем привет. Макс зато познал, как чинить. Дзен. Познал дзен. Сенпай научил, да? Да. Так, и мы хотели начать, наверное, с набега, погнали, наверное, наверх, вниз точно не побежим. Мы тут за кадром доделали такие, да, кстати, это отличный обуз. Подождите, сейчас я в одинокий-одинокий сундук засуну все, не нужно. Одинокая-одинокая турелька, которую тоже перерисовали. Пока ее будут пытаться снести, она вас расстреляет всех. Это хорошая тактика. То, что ничего нигде не защищено, это норм. Это нормально. А вот то, что турелька защищена, это хорошо. Конечно. Я буду агриться. Да. В этом ты прикол. Ну все, пошлите набегать на нижних сразу. Это что мы? Не, на верхних. Погнали на верхних. Да погнали. Там с них артефакты падают. Они там дадут прикрыть там. Особенно турели внизу. Ну, может быть, там они не такие сложные, как ты рассказываешь. Может, там все легко. Так, кто с пулеметом, тот, наверное, вперед. А хотя нет, я, наверное, вперед иду. Пулемет дальше стреляет, чем другой. Потому что я, наверное, агрю. Так, кто отстал, кстати? Кучи идти. Кучкануть, кстати. Вот меди неплохой тут такой. Кусок. Спаун. Какой-то там буду добывать я. Вон они. Тут их не очень много должно. А ты чё? 5 спаунеров. О, пошли, блин. Опа! О! Фига себе. Гасим. Ой, все слагало. Нормально. Мощно, просто разобрали. Разобрали. По скиллу разобрали. Не, дробаш их вообще прошибает так. Ну, а это пулемет тоже. Пулемет тоже. Пулемет, мне кажется, жрет много патронов. Да, он очень много жрет, но... Дробарик нормально. Я говорю, дробарик норм. Я же говорил. Опа, нифига, что это за пупырка? Спавнится. Вот соло тут, конечно, тяжело, пока ты пытаешься этих разобрать, там уже следующий идет. Нифига, стреляющий это дрянь, червь стреляющий. Отходи маленького дальше. Да. Я, короче, буду разбирать спаун пулемета. Нормально. Все. Спавни разобрали. Нормально. Отлично. Не, в копе, конечно, тут намного легче. Пистолета, да. Потому что придется пистолетом разбирать. То у тебя патроны кончились? Да. Так ты надо было соточку. Не полностью брал. Так я соточку-то подзабрал, но. И все расстрелял. Не всю соточку. Не, у меня еще только 4 этих обойма расстрелял. А там где-то 24 обойма. Так, червя, давайте червя, он стреляет больно. Ну не как больно, он на самом деле терпимо стреляет. Мог и хуже. В броне. Да, в броне прям вообще вот. Одну седьмую максимум сожрал. И все, тут уже как делать нефига. Не, ну это легко, ты зря говорил. Они дальше же. Соло-то это сложно было. Не, они же вроде дальше сложнее станут, да? Там эти толстые появятся. Убер толстые. Ну и все тут. Сотоиски сплются. Да. Тут начальные они такие. Можно, чтобы вручную зайдет. Руками подошел, пинать там. Просто пашка на маленького наносит. Кстати, он вообще всего лишь только одного спавнит. А что это за розовые штуки? Это для, по-моему, четвертого уровня, да, или для пятого? Это четвертый уровень, но есть просто следующий, который требует просто икр. Блин, у меня повисло. Вылетел в факторию. Ну офигенно. Убили мобов называется. Да. Разобрали. Я, кстати, забыл то, что мы вообще всем. Так, ребят, мы перезашли, ну, все-таки остались эти проблемы, какие-то неясные абсолютно. Факторивские абсолютно. Да, и, блин, нет, собрали мы этих кучу артефактов, я пока прособирал их, пока народ поконнектился. И Кэр говорит, что вроде есть какие-то технологии, которые прям вот желто-зеленые, ну, красно-зеленые нужны банки и артефакты. То есть что-то такое достаточно простенькое, что мы можем, наверное, исследовать, но я что-то сейчас не вижу. Инопланетные технологии, ты. Или как они? Что там вообще? С чем они связаны? Нифига себе. А инопланетные технологии 300 банок открывается, да. Инопланетные скользкий пакет открывается. Фиолетовые, вот они. Но я чуть не вижу технологий, которые можно было бы защитить за вот именно красный, зеленый и фиолет. Это ракетный урон, это. А, вот, да, видишь, скорость ракетного огня. Ну это мне кажется не очень прикольно. Но не особо надо. Ну это в модах. Значит, память изменяет, это было в модах. Значит, в модах. Ну и ладно. Тогда пусть лежат здесь, никто их, наверное, не сожрет или сожрут. Но если сожрут, мы еще убьем пачку и наберем их. Пока они нам не нужны, но мы зато опробовались. Ну, в принципе, не так сложно. То есть 5 спаунеров втроем выносится, будь здоров.
На ура просто там. Меня особо даже не раздамажили. Ну, патроны уходят. У меня лично ну, вообще. Я потратил чуть меньше трети обоим. Я где-то 30 обоим потратил. Ну, я поэтому. Вот поэтому я и люблю дробовик, ребят. Я же поэтому и говорю, что. Ой, да. Он хорошо садит. Он хорошо садит по урону, и расход от патронов не такой, как на пулеметике. Пулеметик, причем у него даже урон лучше, чем у пулеметика, если пулеметик на обычных патронах. Нифига себе, вы посмотрите. Че тут? Да красные банки. А, ну так, блин, они никуда не деваются. Я хотел, знаете, что изучить-то? Что там изучить? Продвинутая электроника. Да. Шняга, которая лампочки открывает, или мы уже ее изучили? Так надо зеленые на конвейер поставить, чтобы они вторым были. А, лазеры что ли? Не, лампы именно. Фонари. Так это оптика. Оптика. А изучили разве? Что-то не вижу ее. Да, мы ее уже изучили где-то. У нас зеленый магнит хватает 20 штук примерно. Где? 25. А, нет, неэффективность. Мне нравится, они портативный термоядерный реактор взяли из этого, из Зарямана. Да, вообще беспалевно просто. Абсолютно так. Ух ты, это что такое? Стальной инструмент, какой-то коса, блин. Не то молоток, не то коса, два в одном. Да, оптика у нас уже исследована, нашел я ее. И лампа. Просто темно, ни черта не видно. Я так не люблю в темени в этой бегать. Бегут. Их турель просто нормально так разбирает. Они не очень активно сейчас набегают, их просто разорвало. Стенку поломали, правда, что-то так. Ну, двойная стенка, они долго поломать. И еще и починить добавок можно. Можно урон от пуль прокачать. У нас как раз очень много красных банок, просто на них все идет. Продвинутые, сбросится исследование. Сбросится, блин, точняк, все. Надо доделать. Что там не хватает? Зеленых банок? Да очень много не хватает, так что поставьте их на производство и все. Надо конвейеры, значит, производство. Там мы вот тоже между какой-то серией Скайр глянул, говорит, что не так уж много там надо. Ну, конвейеры и манипуляторы, да. По сравнению с ними точно меня. Да, это не так уж и жестко. Так. Я просто, ну как это. Давай вот здесь же? Здесь, да, вот здесь. Так, здесь. А что там нужно? Там нужно... А там в 5-6 цехов можно уложиться. В 5-6 цехов. Ну давай, ты лучше, наверное, построишь. Я пока лампами займусь. Хочу потыкать лампы тут. А что у нас с энергетикой? С энергетикой? А, я даже не знаю. Вроде... Два бойлера используют, а там их 5, нормально. Нормально, значит. Так, сюда. Сколько там ламп, интересно, надо? Они немного умеют. Не, в плане, какую площадь они могут освещать самостоятельно. Я уж не помню. Сейчас ночь будет следующая, увидим, насколько тут они требуются. Так, сюда можно поставить. Здесь тоже осветить. И можно будет возвращаться к производству уже непосредственно этих банок. Так, и здесь. Все вроде. Должно быть уже более-менее что-то здесь разборчивое. У нас, кстати, по-моему, должны быть столбы, нет? А, это продвинутая электроника как раз-таки. Так, синие банки, зеленые банки. Конвейер и электроманипулятор. Тут, по-моему, самый геморрой тут эти манипуляторы производить как раз-таки. Потому что конвейер это всего лишь пластинка и шестеренка. То есть металл подводим, производим шестеренку и тут же перелопачиваем это уже в конвейер. По этой же линии можно, то есть... Вынул, всунул делать. Манипулятор. То же самое, плюс электросхема. Электросхема это уже более геморрой, но сюда провод уже медный нужен. Все не так просто. В общем, тут все непросто. Так, ну нам будет шлезы сейчас выводить. А может быть вот через вот этот вот конвейер, тут смотри, конвейер с шестеренками есть, нет? Или он маленький, мощности не хватит. Да, тогда нужно где-то его протаранить. Блин, я думал, это трон какой-то, это фонарь. Трон, блин. Ну ты между фонарями можешь сесть такой. Так. Блин. Так, Эйр, говори, что там хотел, то я перебил, сори. Может быть, чуть подальше сдвинуть? Тогда мы сможем подземными вот здесь провести, вот, банально. А-а-а. Здесь... Смотри, вот здесь вот просто вот так вот. А здесь сепаратор, и все. Еще один. А, ну в принципе, да, я так, например, и хотел. У меня только нет ни сепараторов, ни этих. Все закончилось. Сепаратор не сможешь. Сейчас сделаю. Все, он у меня был, я куда-то его выложил. Или я его поставил, ты его тогда снял. Нет такого. Ну блин, вот здесь... А, я его использовал. Это подземный у меня был, но я его тоже куда-то подевал уже. Ладно, не суть важна. Ставлю сюда.
Что-то у меня и конвейеры закончились уже простые. Вот я помню, строил уже вот на этом этапе производство этих конвейеров где-то. Ну, вот сейчас вот как раз-таки мы сделаем. И чтобы их можно было просто взять. А то они постоянно их делать вручную тоже запаривают. Так. Все. Металл есть. Только... нет. Нужно выше его, что ли, проводить. Не, нормально, нормально. Так он здесь, ты как его будешь вкладывать-то? Сейчас или ты его завернешь? Заверну. Смысл там его менять. Ага. Ну, так я же, что застревал уже, пофиксили давно. Да? Да. Ну и тогда нормально. Так, и вот я, кстати, делал шестеренки, прям сюда можно выкладывать на эту же ленту. То есть будет металл шестеренки. Да, да, да. Дальше он просто пойдет по этой же ленте. Так, и столбы нужны? У меня столбы закончились. Я обычно сразу схему производства делаю, а потом столбы расставляю. Так, вот у нас будет схемы. Схемы, металл, медь, манипулятор. Здесь провода делаются. Дальше нужно делать схему, это провода плюс лента, ее выкладывать. Куда ее выкладывать? Подожди, я сейчас думаю, так. Манипулятор производства нужен минимум 2 штуки или даже 3, потому что они медленно крафтятся. Или нет, подожди. Ну, манипуляторы, да, они не быстро крафтятся. Так. А, ты тут прям сразу перекладываешь, я так и понял. Так и думал сначала. Здесь уже производится у нас схема. Чё за нафиг там начало? Не, подожди, это. Происходить. Сделать будет не очень. Не очень будет? Просто нет, я сейчас сундук здесь ставлю, чтобы можно было схему брать туда. Ну, я понял. То есть вот так делаешь вот так вот на одну ячейку хотя. Ну смотри, здесь ты производишь схему. Дальше здесь ты производишь шестеренки. Рядом ставится конвейер, который делает конвейер. Ну эти. Конвейер. Еще один нужен вот здесь. Вот. Это, блин. Где он? Ты самый обычный делаешь тут? Что можно было бы уже, наверное, вторые ставить. А, смысл, можно было проблеи будет. А, точно. А я вот всегда прям этим забываю. Ну, вот здесь, смотри, делаем эти конвейерные. Полотно конвейерное. То есть. Ладно, сюда быстро нужно поставить, наверное. Здесь конвейер. Здесь у нас схема, и нужно брать из него и из сундука. Вот смотри. Так. И здесь еще один ставится. Ну да. Вниз его надо, наверное. Чтобы мог оттуда и оттуда брать. Или через... Так. Блин, у меня эти пластинки закончились сейчас. Так, а здесь у нас нужно манипуляторы. Сейчас я за это зафигарю. У нас получается конвейерные ленты, буфер, схемы буфер. Блин. Эти конвейерные ленты надо будет сразу зайти на производство стрельных банок, направить, даже сразу. А вот эти схемы нужно на производство манипуляторов. Ну как-то не получается, вот куда вот ставить еще один производитель про этот. Что-то не туда, не сюда, он как-то не суется прямо здесь. Вот так вот, но это не то. Совсем не то. А ты здесь ленту поставь. Ленту? Вот так? А, так даже. Или не, да, ты можешь и так же, по. Ну, придется просто еще дополнительно это делать. Кстати, он у тебя остался, по-моему. Просто думаю сверху поставить. Блин. Да ладно, надо просто поставить, да и все. Сейчас все за... Да. Блин, да что у меня все закончилось? Мне этих не хватает пластинок. Сейчас я возьму где-нибудь, ничего не могу придумать. Производительский манипулятор уже продвинутый. Чуть не так уж много из железа у нас, если честно. Что-то он не доезжает. У нас там не работает что-то? Там это... А, слушай, блин. Тогда-то, когда у нас зависло, вайпнулись эти... Точнее, я не поставил дополнительные буры. И забыл совсем про них, что я не поставил дополнительных буров. Так. Которые решали всю эту проблему уже.
Так, здесь... Кстати, у нас один бур стоит криво, надо его переставить сейчас. Почему нет, не криво он... А, слушай, там закончился ресурс. Да, сейчас. Переставлю, и все. Так что вообще всего два бура работало, лол. Я тут думаю, че металла нету? Во-первых, новые буры не поставил, во-вторых, старые перестали работать уже. Это жесть. Да это, естественно, жесть. Нет, ты я неправильно поставил. Я обычно Да не, я свой подведу. Ну дофига ты что ты сделал? Сейчас. Зачем ты свой поставил? Тут мешает. Мешает. Так, каким образом? Так, вот сюда его надо ставить, да и все. А, ну блин, какая разница? Так, блин, плотнее, Макс, тут надо... Это игра про перфекционизм. Не для меня она. Инженерный перфекционизм. Окей, окей. Так, и здесь запятая. Ну, здесь вот. Запятая? Запятая, да, здесь. Окей. 3, 5... Ладно, в общем, я вместе с железом поехал, встретимся на базе. В печке встретимся. Сейчас допроизводится. Солярий. Солярий. Может быть, тогда наши эти за нас. Тьфу ты, блин. Эти за нас. Эти за нас, а эти не за нас. Не, я в том плане, инопланетяне нас за своих примут, если после таких солярий. Вот так вот. Ну тут тоже не очень так, не камильфо получается, но это малая плата за компанию. Да можно еще одну поставить, эту. Да забей, мне кажется, сейчас будет хватать уже на все печки. Там уже вон как плотненько пошло дело. Ну так потом не будет, так что я поставлю, да и все. Ну поставь на будущее. Тут много ничего не бывает. Так, пока что дополнительные сундуки. Тут все через сундуки идет. Так, здесь производство манипуляторов. Манипуляторы складываются сюда. Сюда складываются конвейеры. Из конвейеров и манипуляторов варится... Ну на конвейер ленту поставить несколько на производство банок. Банки же медленно красят. Банки медленно крафтятся. Так, у меня опять нету этих манипуляторов. Блин, ленту хочешь? Я даже думаю, просто как здесь перекладывать хитро, чтобы они в разные стороны ложились. Ты имеешь в виду кого в разные стороны? Вот именно ленты с манипуляторами на разные потоки, чтобы так выкладывались? Так вот. Блин, весь скрафтинг манипулятор еще один? У меня есть. Тебе его куда надо? Ты его вот так хочешь, что ли, поставить? Вот так вот. Хитро. Конечно, хитро. Очень даже, я бы сказал. Но пока что картина все равно у меня еще не вырисовывается, как ты хочешь это сделать. Не, подожди, можешь же по-другому. Я это... Все равно и... Суть у меня... Не это. Не могу представить. Вот тяжело вдвоем. Как ее от него отнять, но не тут. Че ты хочешь? Ты скажи, что ты хочешь, я тоже подумаю просто вместе с тобой. Бишопы, на одну ленту ложились и манипуляторы, и конвейеры. То есть на одну ленту и то, чтобы выкладывалось. Так это ж несложно сделать-то. Это вообще как делать нефиг делается. О! Мне кажется, вот так будет нормально выкладываться. То здесь будет буфер здесь находиться. Так, сейчас еще одну каменную ленту поставлю. А, ну видишь, я хочу, чтобы сундук был еще. Буфер. А сундук подо что именно? Вот конвейеры. И же много потом. Понимаешь, где-то десяток два конвейера взял из сундука здесь. Ну смотри, отсюда вот они, манипуляторы эти, выкладываются. Здесь выкладываются, попадают на ближнюю полосу. Здесь выкладываются... А выкладывают он на ближнюю или на дальнюю? Я не помню. Выкладывают на дальнюю от тебя. На дальнюю. Ну вот, а здесь выкладываются схемы на дальнюю. А здесь этот длинный манипулятор берет с этой ленты манипулятор берет. Нет, посмотри, здесь у нас уже вот на этой ленте получается и манипуляторы, и эти. И конвейерные ленты. Все ведь верно. Нужно осталось только конвейерные ленты, ты говоришь, хранить где-то. Ну так вот сундук есть под них. Можно дополнительно из сундука их брать. Все вот здесь поставить просто вот так. Ну подальше, если поставить, и вот здесь дополнительный сундук. Хитрый. Не, нафиг тоже, нормально. Уже нормально? Ну вот, видишь, все легко. Так, провода. Я пока запятаю вот это. Запятаю вот это. И здесь. Запиточка пошла. У вас продвинутая электроника стоит. Но мы сейчас этим и занимаемся как раз таки. Продвинутую электронику пытаемся сделать.
Ну, пошли мы эти. Как он сюда попал? Да это жесть какая-то. Ну что это за электросхема на электросхемах? Нормально. У нас скоро тут топографический кретинизм начнется. Так, а, вот что не работает. Единственный манипулятор всю систему заступорил. Незапитанный. Вот теперь должно работать, как часы. Так, переложил сюда. Что там не хватает? Шестеренки. Сюда шестеренки не доходят, слушай. Есть такая беда. Нужно сейчас поставить продвинутый этот. Аппарат? Больше автомат и быстрый конвейер, быстрый манипулятор. Ну так, блин, чтобы его сделать, нам нужно исследовать. Не-не, он уже все есть уже. Разве? У нас зеленых банок нет. Не, у нас зеленые банки требуют. Или они уже исследованы? Поршень автомат второго степени, быстро исследованы, да. А, да-да-да, исследованы. Значит, все, можно сейчас реально собрать схем просто. Электросхемок. Сейчас я уже крафчу. Ну, блин, там целый вагон, такая цепь из перекрафчивания организовалась. Сейчас. Потому что сначала первый собирается, потом продвинутый. А проблеме просто на него кликаете ведь? Я не да, помню. Просто кликаешь. Сейчас проверю. Тын-тын. Да, просто кликнул. И мне простой даже вернули. Класс. Да. И здесь нужно реально быстрые манипуляторы уже. А я опять не могу собрать. Да ёпрасты. Парочку. И да, он должен быстрее производить это все дело уже. Так. Здесь один закладывает. А я какой сделал? Я умный, что ли, сделал? А я длинный сделал. Ну ладно, длинный тоже как-нибудь пригодится. Так, быстрый тогда. Быстро закладывает, это быстро выкладывает. И шестеренок должно стать явно больше. Не, они такие какие-то объемненькие стали. Раньше они плоские выглядели, как вообще плоскота такая. Ну вот это уже кое-что. Так, здесь все равно что-то стоит. С этих схем. Медленно производится схема теперь. Еле-еле душа в теле. Они производятся, потому что у них металла не доходило. Там прикол был. А, так. Нет, здесь ступор в проводе теперь, вот в производстве провода. А производство провода в ступор в чем? Перекладывание. В перекладывании, да? Банально. Там можно прокачать, чтобы манипулятор брал не по одной, а по 10 сразу. Да. Кстати, вот раньше, по-моему, не было этого исследования, что он, может, по 10 перекладывал. Да. Я не видел. По крайней мере, когда плюс я 2, играл... Плюс 2, плюс 2, 5 раз исследовать. Так, ну вот вроде набег где-то. Ну там пушка должна справиться или что-то как-то. Должна справиться? Да, да. Они на нее агрятся, он ее распиливает. Все. Волшебство на этом заканчивается. Даже наше участие не требуется. Нет, слушай, он там, по-моему, на эти... Они на шахту загрелись. Да, на шахту. У меня что-то лагает. Блин. Шахты, я только их построил, сволочи. Да все нормально. Ты убил их? Они, ага, что нормально, блин, они уже сожрали. Кого, шахты? Буры. Можно сожрать шахты? Серьезно? Сломать. Знаешь, это инопланетная фауна, она жрет все. Да, сожрали, блин, вообще, и не подавились. Целый один этот сожрали. Бур. Блин, ну опять нет пластиночек. Ну тут нормально, тут он целая лента уже битком, то есть производится более чем. Битком это как биткоин, так что. Да, я, кстати, тоже, мне тоже в голову пришло битком, биткоин. Так ладно, ребята, у нас уже конец серии. Макс тут прям вот. Ну зачем? Тайминг. Зачем тут пришел? Мы тут развиваемся, а ты тут конец серии. Нехороший ты человек, Макс. Coming soon. Копится, что копится? У нас. Металл копится. Нет, у нас копится только конвейер ленты, все равно у нас все остальное мало. Так, плату ускорить. Вот. Ну я думаю, действительно, мы на этом будем заканчивать. Мы практически завершили за сегодня. Ну как практически, уже завершили автоматизацию производства зеленых банок, теперь они по чуть-чуть начали сюда плыть, мы этот процесс еще ускорим в дальнейшем, чтобы они плыли быстрее, больше, чаще. Сегодня мы убили мобов, в принципе не так сложно мы это выяснили, втроем это прям вообще как делать нечего. Вот, поэтому серия, я думаю, удалась. На этом все, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы на нем впервые. Макс? Пока. Так обижен. Пока. Да я просто зевал. Финальная речь, можно и зевнуть, да? Да.
Ну, на этом действительно... Да ты скучный. Все, унизил, унизил. Ребят, ставьте лайк, поддержите меня. Не расстраивайте. Но на этом действительно все. Надеюсь, мы увидимся в следующих сериях.